Скейт-парк Ватраус, открытие которого не прошло и 5 лет, нуждается в ремонте. Объект, введенный в эксплуатацию ко дню города в 2019 году, сейчас находится в плачевном состоянии. Большинство молодых людей, занимающихся здесь экстремальными видами спорта, получают травмы из-за поврежденной площадки. Когда же ответственные лица возьмутся за ремонт, далее в сюжете. С открытия скейт-парка, расположенного на берегу реки Урал, прошло всего 5 лет. Место, которое успело стать излюбленным местом молодежи, теперь пришло в негодность. Жители говорят, что их скейтборды портятся, а кататься на территории парка и вовсе опасно. У посетителей есть опасения, что для желающих провести в парке свободное время, все может обратиться в несчастный случай. Вот некоторые рампы бывают, не очень строят, да, не всегда качественные. Ну, допустим, прошлый скейт-парк вообще был ужасный. Тут всегда дети гуляют без самокатов, либо с, ну, нетрюковыми самокатами, и это очень мешает. Мы, когда там катались просто, могли на стол заехать и провалиться. А ответственные лица сказали, что ремонт начался. Они заверили, что все неполадки будут устранены к концу этого месяца. На работы было выделено 1 миллион 750 тысяч тенге. Халыкка пайдаланышын берилди. Объект был передан населению для пользования. Ведутся работы по реконструкции. В течение 5 лет дети играли в этом парке. Бывают разные ситуации. Подрядная организация выиграла тендер и проводит ремонт. Согласно срокам, есть еще 1 месяц. Сейчас около 90% работ близится к завершению. Так выглядит скейт-парк, ремонтные работы которого уже завершены более чем наполовину. А молодежь ждет скорейшего открытия места отдыха, где они с пользой проводят свое время.